Привет, мои любимые. Привет. У нас сегодня 13-е воскресенье. Я вот тут под этим светиком стою. На улице какой-то смерч происходит. Мне захотелось пойти посмотреть, что там. Вон, смотрите, 13-е. Видите, воскресенье. У меня эта песня в голове звучит целое утро. Так, возвращаться к неудаче. А мы возвращаемся всегда к удаче. Сейчас я покажу себе язык. Так, вернулась. Что я хотела? Так, все, ничего не хотела. Мусор взяла. Пойдемте прогуляемся. Там реально на улице какой-то смерч. Я посмотрела. С крыши летят какие-то. Эти как их. Ну, непонятные фишки, на которых крыша. Блин, которые лежат на крыше. Как они называются? Пластины. Еще там что-то, не знаю. Мусор. Приготовила себе. Воскресенье. Прекрасно. Выключить, ладно, выключу. Экономия должна быть экономной. Это у меня от советского времени еще вставили программу, что свет нужно выключать. Я всегда и везде хожу и выключаю свет. На улице то солнце, то темень страшная, то непонятно чего. Видите, опять темно. Только что было солнце и сразу же зашло, как только я сказала. В общем, погода бесится, как и некоторые люди. Я в тапочках иду в смерч вместе с вами. О, снова солнышко выходит, видите? Выходит и заходит, и снова выходит, и снова заходит. Там моя тень, вон там, аж, видите, внизу. Красиво. Написала стих утром и вам прочитала, и даже не это самое, не смотрела комментарии, не заходила еще, так что не обижайтесь. Сейчас это видео выложу, потом заодно и посмотрю, кто там мне чего пишет. Ребятки, всю ночь шел дождь, я вот вам честно говорю. Смотрите, какая красота. Небушка плывет. О, самокат называется, какая-то новая фишка. То Яндекс Еда и еще что-то, а то вот такое. Поставила я мусор. Хочется с вами поздороваться на светике. Привет, мои любимые. Мусор я держала вот этой левой рукой, которую сейчас снимаю. Потом переложила вот сейчас в правой держу телефончик, а левая вот она. Ее целовать точно не буду. После мусора. Такой у нас Петербург. Снимаю на новый телефончик, чтобы показать поярче. Вот реально какой-то смерч. Посмотрите, что там творится. А там, когда я сейчас была дома, там летели вообще какие-то непонятные штуки с крыш. Так что страшновато. Очень сильный ветер, такой порывистый. То он есть, то его вообще нету. Вот, а я хожу в лужи, смотрю. Красиво. Снова темно. Красота. Вообще класс. Ладно, пойдемте. Мусор надо выкинуть, я же его тут не оставлю. Так же светит солнце, так же что-то там. Абдулов поет песню, слышали? Я ее вчера пела, выложила вам. Подруга меня засняла, вообще ужас. Ну ничего, когда-нибудь научусь петь, буду петь для вас красиво. Ну и так, экскурсия по мусорнику или по помойке по-питерски. Вот даже матрасик есть. Если кому-то некуда ехать в Питер, можно тут расстелить или в какой-нибудь парадной и жить. У меня сегодня тоже были разборки с хозяином жилья. Короче, жесткач. Там смотрите, как в лужах.
Ладно, это не интересно. Смотрите, какие там облака. Белогривые лошадки. Как классно на улице. И самое интересное, что вообще никого нету. Вы видите? Ни одного человека. Там где-то вдалеке там кто-то один прошелся. А так вообще ни души. Здесь вот тоже. Тут вечно толпы людей. Ну, видно, воскресенье сегодня. Люди отдыхают и спят. Я сейчас вообще не знаю, сколько времени, даже примерно. Вот. Ну, примерно, чтобы не врать, то больше 11. Это точно. Вот так вот. Запыхалась, потому что я пока повешала белье, пока помыла плиту, пока все это... Еще и покушать успела. Еще и не знаю чего. Вон, видели голубочки, как прямо на дороге? Бестолковые. Ну-ка, уйдите с дороги. Листочки потихонечку желтеют. Вон, они там что-то едят на дороге. Кто-то им кинул, наверное. Что-то там едят. Понятно, чего. Хлебушек, наверное. Зеленый свет. Я стою, все опять попропускала. Мой уже зеленый закончился, снова начался красный. А я все стою и стою. Да, МЧС предупреждала о этом, как его. Ну, в общем, погода бесится потихоньку. Там вдалеке красиво домики светятся, сверкают солнышком. Только мне не нужен, нет, совсем не нужен мир, в котором мы друг другу не нужны. Чуть не врезалась в самокат. Привет, солнышко. Какое ты прекрасное. Устала уже рука у меня. Потому что телефончик держу без держалки, как на том телефоне. Поэтому неудобно его. Невозможно взять в левую ручку. И рука так накачивается. В общем... невозможно. Чувствую себя культуристом. Как красиво солнышко, когда выходит. Это просто сказка. Мои родные, сразу же такое чувство красоты неописуемой. И вот солнышко там в луже, и облака, и волны. В общем, я сразу же где-то на море. О, гуляют какие прекрасные люди. Когда солнышко выходит, вообще другое чувство. Вот я вам показывала тогда Спас на Крови. Сейчас покажу. Вон он, видите, там. Сейчас. Вон он. В лесах. На этом телефончике вот можно немножко увеличить, посмотреть. Эти смешнючие какие тоже люди. У него заворачивает. Давай! Пошел. Снова тут самокат поехал. Не знаю, может пойти батончик купить для голубей. Блин, какой ветер, меня аж сносит с ног. Снова Яндекс.Еда. Реально очень сильный ветер, а я в тапочках. И очень быстро плывут облака. Самолет где-то летит. Не слышу. Вон он. Как бы вам его увеличить? Красота. И тут восточные что-то возят. Какие-то, какой-то хворост.
Как будто с другого века. Вообще прикольно. А тут питерцы. Ой, блин, у меня аж телефон с рук выдувается. Класс, тут хворост появился вообще. 17 или 18 века. Мир, в котором люди друг другу не нужны. Вот так красиво. Видите, то заходит солнышко, то выходит. Погода вообще моя любимая. Просто, когда так бесится, мне кажется, что все остальное прекрасно и божественно. Да, когда она спит, как большинство людей, то как-то все не настоящее, как будто картоновое, понимаете? Смотрите, стоит, курит девочка. И вторая тоже. Она сосет что-то синее, вторая что-то. Блин, пахнет арабскими какими-то этими кальянами. А арабский кальян аргили. Аргель, это значит кальян. Аргель называется. Вот мы вышли с вами на улицу Некрасова. Пришла вам показать такую красоту. Надо как-нибудь себя порадовать. Может, пойти шоколадку купить. Как вы думаете? Купить шоколадку или мне вредно? Все молчат. Отвечайте! Быстро! Люблю вот эту парадную. Показывала вам уже 100 раз тут. Лучков. А вот она сейчас закрыта. Нет, открыта. Я не в ту сторону попалась просто. Вот. Здрасте. Пришла вам показать снова этих красавчиков. Реально они прекрасные. У-ху. Обожаю эту парадную. Тут желтый свет. Как будто мой. Хотя раньше мне не очень желтый свет нравился. А сейчас нравится. Привет, люстра. Люстра, привет. И очень мне нравятся здесь перила. И окна, смотрите, какие. Арочные. Перила здесь вообще, смотрите, какие ажурные. Скрипичный ключ отдыхает. Правда, очень такие нежненькие. Видите? И очень интересно, как здесь наверху. Лифт там, по-моему, внизу. Или нет лифта? По-моему, нет. И здесь, смотрите, как будто арочное окно. Очень красиво. Блин, я что-то запыхалась. И вот такие перила, утонченные, переходят вот такие. Вообще королевские. Вы видите? В центре как солнышко. А если бы я сюда не поднялась, я бы этого и не увидела. Супер. Очень красиво. Такое окно, вы видите? Это называется парадное. И тут нас перышко ждет на счастье. Привет, перышко. Привет, перышко. Какое-то красивое. Привет. Красота по-питерски. И небо там плывет очень-очень быстро. И то темно, то светло. Здрасте. Пойдем дальше посмотрим. Может, там выше еще красивее. Хотя, есть ли у вас такие подъезды в городах, как здесь?
Смотрите, какие двери. Класс. А тут вообще цветочки. И лавочка. Вот так вот. Посидим. Поохаем. Красота. Специально для меня поставили. Устала. А свет такой белый. Очень-очень яркий. Класс. Супер. Тут прям как трость, да? Такой цветочек. И вот такие цветочки. Понавыращивали. И окно открыто. Короче, тут можно жить. Только так. Вчера песню, клип слушала «Жить». Что-то он мне раньше не пошел. Ну, там, где, помните, Лепс поет. И этот, блин, как его? Бородач. Тимати. Бородач. Тимати. Еще. Ну, там остальных я плохо помню, знаю или помню. Вот. И вчера пошел. Очень понравился. Даже у меня по всей левой стороне были мурашки от этого клипа. Вот серьезно, не знаю почему. Наверное, что-то в нем есть настоящее. Это у нас с вами дом Кумовича. Смотрите, какой цветочек. Тоже покажу. Дом Кумовича. И здесь вот целая карта. Видите? Не знаю, видно вам, нет? Что я показываю? Устала. Вот я вообще не найду, где мы сейчас. Вот это у нас кирочная. Видите? Это кирочная. Я живу. Вот это Радищева. Вот это Рылеева. Вот это мой. А, это Саперный. А это Веленский мой. Вот это следующий Басков, там где... Ой, не показываю. Вот это следующий Басков, там где... Это как ее? Дикси. А мы пошли с вами дальше, сюда. Пошли. И мы сейчас с вами... Вот Некрасова улица. Некрасова. Сейчас вспомню, где мы. А, мы с вами, знаете, где? Вот здесь. Вот здесь. Вот он. Вот здесь мы. Блин, я показываю хоть. Вот здесь мы с вами. Вот нашла, где мы. Ой, или это Басков. Подождите сейчас. Вот Некрасова. Вот отсюда мы с вами пришли. Или через... А, Радищева. Да, здесь мы с вами. Ну, в общем, вот, нашла я. Вот это кирочная, а вот здесь где-то метро. Ну, там нет, там какие-то есть сундук, столовые давнишние. Эта карта не знаю вообще какого года. По-моему, она очень старинная, ну, очень. И видите, вокруг... Вот я вот здесь где-то, сейчас вот здесь. И вокруг меня везде Нева. Здесь Нева, здесь. Вот она идет сюда, вот здесь везде Нева. Так что мы с вами, если по Некрасово пойдем туда-туда-туда-туда-туда и завернем на Восьмая Советская, то мы с вами туда дойдем до этого, до Невы. И сюда дойдем до Невы, где мы ходили с вами, помните, по Воскресенской набережной. И там, и на мосту мы с вами были, на вот этом, по-моему, Литейный мост, мы с вами на нем были. Вот, так что... Вокруг меня везде-везде Нева окружила. Ладно, пойдемте, мои родные. Пойдемте. Здрасте. И все дома заселяют восточные люди.
как от них пахнет, знаете, всякими этими приправами восточными. Я вот мимо прошла и все это слышу. И тум. Тум – это по-арабски, по-арабски тум, по-русски чеснок. Вот чесноком от них тоже прет. Вот там голубочек сидит, даже два на окошке. Привет! Голубочек свалил. Снова солнышко и снова небо голубое-голубое. Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. Свет реально такой белый, аж врезается в глаза, а потом как будто поймала солнечных зайчиков от этого света. Так в глазах пятнышки темные. Какие ножки у них смешнючие и ручки. А там веночек. Красиво, правда? Даже вот эти цветочки нравятся. Очень красиво. Тут какие крылышки. Класс. Супер. Такая у меня прогулка, мои любимые. Вот, что-то мне жарко, я реально вся мокрая. Это что, из-за того, что я на четвертый этаж поднялась? Даже не знаю. Все, мои родные, уже много наснимала. А, ящики почтовые, покажу вам. Такие почтовые ящики. Видите? Лепота. Корреспонденция. Ой, не могу. Ладно, мои любимые. Люблю вас. Всем волшебного воскресенья, божественного вечера. Не знаю, что сейчас буду делать. Буду снимать я дальше или нет свою прогулку. Наверное, буду, скорее всего. Люблю вас. Пока-пока.